Всем привет, дорогие друзья! И сегодня у меня в сюжете будет две дороги, похожие как близнецы-братья. Обе дороги длиной по 14 километров и обе ведут к северо-восточному побережью Азовского моря. Но какая разительная разница? Как говорится в одной известной рекламе, почувствуйте разницу. И находимся сейчас мы с вами в окрестностях села Войково Ленинского района. И как вы уже догадались, а если не догадались, то скажу, что это дорога к озеру Чекрак, к селу Курортное, или, как оно раньше называлось, Мама Русская. Обратите внимание, с правой стороны был городок строителей, был забор, была техника. Сейчас нет ни того и ни другого. Это плохое предзнаменование, плохой вестник. Висел плакат, что... паспорт строительства, сейчас его тоже нет. Это говорит о том, что строители съехали. Я уже сбился со счета, сколько времени ведется капитальный ремонт этой дороги к селу Курортное. 14 километров от села Войково. Обратите внимание, что только сделано. Сделана отсыпка щебнем, ну, естественно, было выбрано корыто, потом постелили геотекстиль и завезли щебень, отсыпали. Где-то начали облагораживать обочины, где-то начали делать водоотливные канавки вот по обеим сторонам дороги, как мы сейчас видим, но не более того. Щебень засыпали, даже не уплотнили, и все это уплотнялось колесами автомобилей. Проехав до Курортного, слой пыли на машине достигал там, наверное, сантиметра. Лично этому свидетелю на своем автомобиле. Вот мои слова подтвердят жители Курортного и отдыхающие, которые туда ездили. Пишите, как ваши впечатления были. Ну и особо далеко залетать я туда не стал. Пролетел в надежде, может быть, что-то увижу, может быть, какой-то самый захудалый тракторец или экскаватор будет работать. Но нет, мои надежды не оправдались. Поднимаемся повыше, заглянем вперед. Может быть, там что-то есть. И тоже нет. И как действительно в плохом детективе, дорога уходит в туман, как и работа по этой дороге. Но вот такая она, дорога в село Курортное, 14 километров от села Войково. А мы перескакиваем с вами на такую же дорогу, такой же ширины, по две полосы, по одной полосе в каждую сторону. И начинаем мы с Аджимушкая, тоже 14 километров на северо-восток, к морю, к селу Юркину. Дорога проходит через села Глазовка, Осовины и конечный пункт нашего маршрута Юркина. Обратите внимание, теперь здесь точно такая же должна быть по проекту дорога. И что мы видим здесь? Отличнейшая дорога. Я еду не быстро, чтобы рассмотреть. Нанесена разметка по краям, осевая, из термопластика со светоотражающими добавками. Ну, просто песня. Едешь и наслаждаешься. Вот по этой дороге мы часто с вами ездили, часто наблюдали, как она делалась, прям, можно сказать, от А до Я. Прекрасно помню, как она выглядела до капитального ремонта и как она выглядит сейчас. Вот посмотрите, фирма ВАЗ здесь ремонтировала, еще даже временные желтые дорожные знаки не увезли, но в сторонку их отставили. Так что 90 км в час по этой дороге просто великолепно. Нажимал я и побольше здесь, но дабы не нарушать правила ПДД, хотя бы в ролике я это не показываю. Но поверьте мне, идет машина вообще не колыхаясь. А подтопил я довольно-таки прилично. Вот эта скорость, какая сейчас на правом нижнем углу, это, можно сказать, стоя. Но вот здесь я на повороте притормозил. Обратите внимание, поставили это заезд всего в Глазовку, поставили вот эти стеклянные остановочные павильоны, их такие ставят по всему Крыму, однотипные они, в Керчи их много понаставили, вот в Джанкой я ездил, там тоже их устанавливают, так что
просто шикарно. Но и вот здесь такие работы еще ведутся. Обратили внимание, стоит экскаватор колесный и стоит самосвал. Вывозят излишки грунта. Вот на обочинах, когда строили дорогу, сдвигали туда ковшом грейдера. И сейчас можно хотя было просто распланировать, и никто бы не увидел. Но нет, собирают и вывозят. Вот такие две точки, по-моему, я насчитал. А так здесь, в принципе, вся работа завершена. Обочины отсыпаны асфальтовой крошкой, уплотнены катками. Даже съезды вот на примыкающей дороге сделали асфальтовые. Единственное, еще здесь вот шли работы, сейчас мы это увидим, съезд в село Осовины. Его, их два съезда, вот первый съезд, если ехать с Керчи. Вот даже я немножко ошибся, 14 километров это от Керчи до Юркина, не от Аджимушкая. Тем более, что и Аджимушкай, и Аджимушкайское шоссе тоже отремонтировали. Вот сейчас был съезд в Осовины, делают съезд с этой дороги. Ну и посмотрите, какое великолепие. Едешь, просто наслаждаешься. Вот такая же дорога сделана вот от Керчи до Аджимушкая, как я уже сказал. Вот второй съезд направо, это на Осовины. Остановочные павильоны вот здесь пока еще не поставили, но сами карманы уже облагорожены, заасфальтированы, сами пятачки заасфальтированы, где остановка будет стоять, вот с левой стороны то же самое. И вот здесь во всей этой дороге мне нравился вот этот спуск, красиво, впереди Азовское море, посмотрите, вот здесь дорога была просто убитая, как стиральная доска, только крупные фракции волны были. Едешь там 5-10 километров, объезжая ямы. А сейчас, смотрите, ну, просто песня, у меня нет слов. Молодцы, молодцы вадовцы, такую дорогу. Вот остановочный пункт тоже будет здесь. А это само село Юркино уже. Здесь сплошная посередине, потому что затяжной такой спуск. Дорога виляет, петляет. И мы подъезжаем к центру села, где заканчивается остановкой маршрутного транспорта. Вот даже стоит, видите, автобус Юркино-Керчь. Ну и асфальт заканчивается. Здесь вышли немножко из положения, еще отсыпали в качестве, так сказать, гуманитарной помощи асфальтовой крошкой. Тоже неплохо. И мы вот немножко заедем, понаблюдаем на море. Море, легкое волнение, шум волн. Наши вот гидровороны сидят в поисках пропитания. А я оставляю вас наедине с шумом волн, как просили. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всего вам хорошего и до новых встреч!